Почему? Потому что если руководитель занимается дзюдо, и он имеет и определенный разряд, он мастер спорта по дзюдо, естественно, этому виду спорта... Да, конечно, это дзюдо даже, можно сказать, культ в нашей стране, потому что президент говорит о том, что он мастер спорта по дзюдо, и многие на него равняются. Я сам пошел в дзюдо, потому что у нас президент России занимается дзюдо, и я на него равняюсь, потому что он мастер спорта.